В день рождения Хабаровска состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятникам известных исторических личностей, без которых не было бы краевой столицы. Горожане почтили память генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. По его указу в 1858 году был заложен военный пост Хабаровка. Цветы к монументу возложили представители администрации, общественники, школьники и юнармейцы. Огромный вклад внес Муравьев-Амурский. Он присоединил нам Амур, большую часть Амура, подписал соглашение с Китаем. Все это было сделано ненасильственным способом. Яков Дьяченко, мы вот видим его памятник, да, но это не подлинное изображение его. То есть подлинное изображение его неизвестно, как он выглядел, мы можем только предполагать. Сегодня Хабаровск празднует 163-ю годовщину со дня основания. Город вырос из небольшого военного поста на границе Амура, который заложил в 1858 году капитан 13-го сибирского линейного батальона Яков Дьяченко. Все то, что делается на территории города Хабаровска, это делается для жителей, для гостей города. Благоустраиваются улицы, строятся новые скверы, площадя, возводятся жилые дома. Это все для хабаровчан. К памятникам исторических личностей устраивают экскурсии для школьников, чтобы молодежь Хабаровска знала свои корни и гордилась ими. Наталья Чернышова и Николай Трохин. Смотри, Хабаровск.